Сегодня в выпуске. Для меня это большое счастье. Гурцкая откровенна об отношениях с Николаевым. Спустя столько лет в обществе то и дело снова начинают говорить о связи Игоря Николаева и Дианы Гурцкой. Певица решила откровенно рассказать, как на самом деле относится к своему другу и коллеге. Слухи о романе Дианы Гурцкой и Игоря Николаева ходят давно. Поговаривали, будто музыкант не просто так в свое время продвигал молодую артистку в мир отечественной эстрады. Тем более, что в то время брак Николаева с Наташей Королевой уже почти рухнул, а 22-летняя на тот момент Диана часто оказывалась возле музыканта. Сама Гурцкая ранее призналась, что Николаев поддержал ее из-за доброты душевной и якобы между ними ничего не было. Правда, публику не так-то просто убедить, и слухи про романтическую связь артистки и композитора никуда не исчезли. Поэтому Диане уже в очередной раз пришлось прояснить ситуацию. Единственное, что я могу сказать про маэстро, это выразить ему свои слова благодарности. Все, что хорошее случилось в моей музыкальной жизни, это благодаря ему. Его песни, его такое отношение и работа со мной. Я ему всю жизнь благодарна. Он первый человек, который работал со мной на студии. Многие не верили, что у меня получится, заявила Гурцкая. Возможно, новая волна слухов про близкие отношения двух артистов возникла после того, как Николаев пригласил ее спеть на своем юбилейном концерте. Сама артистка глубоко благодарна ему за такую возможность. Даже спустя столько лет работы в шоу-бизнесе, она воспринимает каждое совместное с Игорем Николаевым выступление, как возможность научиться чему-то новому. Что же касается слухов про их предполагаемый роман, то Гурцкая, похоже, даже не думает о Николаеве в подобном ключе. В интервью певица не удержалась и сказала несколько слов о семье композитора. Он уже много лет счастлив в браке с певицей Юлией Проскуряковой, у них подрастает дочь Вероника. Как отметила Диана, у ее друга и наставника просто фантастическая семья, и она испытывает нежные чувства к каждому ее члену. «Я безумно ему благодарна за приглашение на его концерт. Для меня это большое счастье. У него фантастическая семья. Я их безумно всех люблю. Восхищаюсь этой семьей. Я ему благодарна за все, что он сделал. Он открыл мне дорогу в мир музыки. Он мэтр, фантастический музыкант», – заключила Диана Гурцкая. Пишите свои мысли в комментариях. Какое ваше мнение по этому поводу? Что вы сами думаете об этом? Спасибо большое за просмотр. И приятного вам дня!